Город в кольце мусора. Уже сейчас вывозить отходы фактически некуда. А вокруг Красноярска десятки несанкционированных свалок. В перспективе пятилетки на миллионный мегаполис останется всего 3 площадки, куда можно будет вывозить отходы. Выход один – развивать систему сортировки и переработки. Сегодня подготовкой сюжета на эту тему занималась моя коллега Елена Бурасова. Лена, я так понимаю, что уже всем очевидно, что Красноярск погряз в мусоре. Наташа, привет. Да, проблема действительно стоит достаточно остро. Предлагаю посмотреть на экран. Вот здесь красным отмечена только часть города, это левый берег и немного правого. Вот это несанкционированные свалки, их тут десятки. А вот что касается, еще чуть-чуть приблизили, улица 60 лет Октября, там Пионерский сквер, Свердловская, опять же десятки. А вот это вот, что касается санкционированных свалок, их тоже достаточно много. Сегодня занималась вплотную этой темой, предлагаю посмотреть материал. Смотрим. Красноярский край входит в десятку самых мусорных регионов России. Город буквально сомкнуло кольцо свалок. И эту проблему нужно решать здесь и сейчас, развивать систему сортировки и мусоропереработки. Эту тему сегодня обсуждали чиновники, депутаты и общественники. И сошлись на одном, что по большому счету каждый должен начать с себя. То есть дома разделять мусор по разным пакетам. Пищевые отходы, бумага и полиэтиленовые бутылки. Сейчас мы доносим пакет до мусоропровода, бросаем его. Что происходит потом, никого не волнует. А дальше путь довольно простой. Приезжает машина, сгружает отходы и увозит. При этом далеко не всегда мусор доезжает до полигона. Управляющие компании ТСЖ заключают договор на транспортировку. Но никто не задавался целью проверить, куда он уехал и где его вывалили. Чиновники долгие годы, по сути, боролись с ветряными мельницами и выделяли деньги из бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок, вместо того, чтобы предупреждать их появление. Проблема является достаточно острой, и ее решение возможно только в том случае, если у нас появится собственник отходов и будет создана централизованная система управления обращением с бытовыми отходами. Честно скажу, самая важная проблема – это то, кто будет собирать мусор, кто будет вывозить. Должна быть компания, которая будет хозяином мусора. Основное предложение – создать единого оператора по вывозу мусора и на него возложить всю ответственность за несанкционированные свалки. Чиновники казенным языком говорят о кластерном подходе. То есть на левом и правом берегу все дороги мусоровозов должны сходиться возле перерабатывающих предприятий. На левом такой завод уже есть, на правом должен заработать в апреле, пока на его месте каркас стены возведут буквально за пару месяцев из легких конструкций и начнут производить из отходов вторичное сырье. Возможно извлекать из отходов, да, это у нас, ну, там, стекло, бумага, пластик, ПЭТ, да, это то, что сегодня можно продать или что-то переработать. Та неутилизируемая часть, которая, да, она будет брикетироваться с коэффициентом прессования от 10 до 11 и уменьшать объем. Идея создания единого оператора у некоторых управляющих компаний вызвала бурю негодования. Мол, зачем нам нужен монополист на рынке, вопрошали из зала. Проще оставить все как есть. Однако, по мнению депутатов, все как есть, путь в никуда. При этом у нас, вообще говоря, гектары уходят под ТБО, несанкционированные свалки, все остальное прочее. Мы объективно все просто, вы поймите, мы на пороховой бочке в этом смысле. Рванет эта бочка уже в ближайшее время. В перспективе пятилетки на миллионный мегаполис останется всего 3 санкционированных площадки, куда можно будет вывозить отходы. Развивать систему сортировки и переработки – единственный выход. Это путь, по которому уже давно идет Европа. Начинать нужно с себя, раскладывать мусор по пакетам в отдельно взятой квартире. Увозить их должны специальные машины, в которых есть несколько отсеков. Последняя точка – это мусороперерабатывающий завод. При такой схеме количество свалок должно значительно сократиться. А мусор действительно превратится в товар. Уже в марте краевые депутаты должны принять закон, который будет запрещать вывоз мусора, который предварительно не был рассортирован. Если же у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой номер телефона 292-91-14. Кроме того, предлагаю обсудить эту тему на нашем сайте afontovo.ru. Елена Бурасова, Вячеслав Казаков. Афонтово. Новости. Посмотрели сейчас сюжет. Лен, я знаю, что тебе еще есть что добавить. Да, действительно, это так. Кроме всех прочих проблем, нужно отметить, что мусоропереработка предприятия достаточно дорогостоящие. Только одна машина стоит порядка 9 миллионов рублей, которая может загружать этот мусор по фракциям. Ну, соответственно, где-то пищевые, где-то не пищевые. А городу таких машин нужно не одна, не две, не 10, а, ну, здесь исчисляется количество сотнями. То же самое можно сказать и о мусорных баках, это евроконтейнеры, и там уже совершенно другая стоимость идет.
Но я думаю, что это только одна проблема, есть еще и другая. Готовы ли будут красноярцы сортировать мусор? Наташа, ты бы сама сортировала? Я думаю, я бы сортировала. Все-таки это наверняка дело привычки. И еще 10 лет назад мы не могли себе представить, что мы будем складывать мусор в специальные мусорные пакеты. Сейчас мы все это делаем. Действительно, да, это дело привычки. Вот в Германии 25 лет и до сих пор учат жителей раскладывать мусор по пакетам. В один мусор там пищевые, в другие бутылки, что-то там еще, да. А чем стимулируют? Стимулируют финансово, то есть если ты не сортируешь мусор, ты платишь за его вывоз 100 евро, а если сортируешь, то 30, цена значительно. Ну, у нас мы платим там порядка 50 рублей, а если мне предложат платить 40, то я подумаю, нужно искать какие-то, наверное, другие стимулирующие меры. Спасибо большое, Лена, за интересный сюжет, ну а мы переходим к другим темам.